Всем добрый день, меня зовут Наталья Шут, и я менеджер компании Milan Cosmetics. Наш бренд декоративной косметики PSZ – это не только профессиональная декоративная косметика для визажистов, но и в каждом продукте, даже в тенях, очень много уходовых компонентов. Тем самым вы убиваете практически двух зайцев сразу. Вы делаете великолепный макияж, украшаете себя, ну и ухаживаете уже здесь за своей кожей. Ну и плюс ко всему, в нашей декоративной косметике много пресс-средств таких, которые наносятся перед нанесением. Это базы, это и, конечно же, хит наш, это гиалуроновая сыворотка PSZ. Ее вы можете наносить не только перед макияжем, но и перед нанесением любого крема или вообще, если вы не пользуетесь там тональным кремом или какими-то пудрами, то вы можете использовать самостоятельно. Не только, кстати, для лица, но и для, в принципе, всего тела и для ручек. У нас много супер-пупер пудр, это рисовая, бамбуковая, все, конечно, о них знают, особенно визажисты, но есть моя любимая, которой я пользуюсь, влюбилась, это пудра High Definition, HD сокращенно, пудра с эффектом фотошопа. В ней нет никаких блестяшечек, как многие производители любят добавлять. Там очень-очень-очень мелкодисперсионные светоотражающие частички, которые, в принципе, не видно нашему глазу, но когда вы ее наносите на лицо, в моем случае у меня прозрачная пудра, она адаптируется к вашему тональному средству, она вот делает такой эффект гладкой, ровной, сияющей кожи. И особенно хорошо, когда вы работаете на камеру. В нашем арсенале очень много разнообразных кремов для любого типа кожи, по любой потребности и даже по сезону, по сезонности, потому что есть более плотные, есть более легкие, есть матирующие, что летом актуально, есть увлажняющие тональные крема, есть для чувствительной кожи, есть для, к сожалению, увядающей кожи, но мы решаем все проблемы и помним, что наши тональные крема не просто создадут вам красивый тон кожи, но еще будут ухаживать за нашей кожей, так как, допустим, тональный крем коллаген серии производителя PSZ, он очень хорошо его применять после каких-то химических пилингов или кислотных пилингов, потому что у него очень сильно регенерирующее действие. Наша компания является постоянным участником выставки «Интерстиль». И хотели бы познакомить вас с нашими хитами и новинками, поэтому приходите с 8 по 11 ноября на наши 4 большие стенда. Только с 8 по 11 ноября. Минск в атмосфере стиля и красоты на выставке «Интерстиль-2018». Косметика, косметология, спа, нейл-дизайн, парикмахерское искусство и многое другое. В рамках выставки Международный фестиваль красоты «Роза ветров» и Кубок Минска-2018. С 8 по 11 ноября в футбольном манеже.